Здравствуйте! Сегодня мы с вами сделаем вот такой вот бант. Возможно, немножечко видоизменим в ходе работы. Что нам для этого потребуется? Во-первых, фатин вот, или кружево. Кружево шириной 45 сантиметров и длина этого кружева 50 сантиметров. Далее. Репсовая лента. Вот она у нас. Репсовая лента шириной 4 сантиметра. Нам потребуется 2 отрезка по 20 сантиметров. Далее нам нужна будет атласная лента. Я повторяю, что мы немножечко видоизменим форму вот этого бантика. И поскольку мы уже научились с вами делать шаблоны, вот на шаблоне мы сделаем соответствующим образом ленту. Немножечко разнообразим вот эту модель. Потом нам нужен будет фоамиран. Вот такая небольшая вырубка. И элемент декора. Бант можно посадить на резиночку вот такую. Можно сделать вот такую заколочку. Мы по ходу решим с вами, что будем делать. Итак, с чего начинаем? Во-первых, начинаем с кружева. Вот. Нам надо из кружева сделать вот такую вот розеточку. Швом вперед иголку. Начинаем собирать это кружево на ниточку. Чем мельче будут строчки, тем более равномернее будут складочки. Все вот так вот собираем. И завязываем. В итоге у нас получится вот такая вот розетка. Один элемент готов. Следующее. Нам нужна репсовая лента. Как мы с ней работаем? Берем репсовую ленту. Нам нужно два таких отрезка. Я немножко подготовила, поэтому на этом отрезке просто покажу, как мы должны работать с репсовой лентой. Обязательно опаляем вот эти края. Далее. Находим середину. Вот. Чтобы она хорошо проявила, здесь тоже немножечко вот так вот нагреваем вот эту ленточку. Линия середины хорошо видна. Дальше смотрите, что мы должны сделать. Прикладываем конец вот этой ленты к вот. У нас образовалась здесь вот эта линия, этот шов. Видите? Мы прикладываем немножечко на 3-5 миллиметров, выходя за середину. Закрепляем этот шовчик, эту линию. С другой стороны то же самое делаем. Находим серединочку. И немножко. Я здесь буду показывать с большим таким заходом. Но вы, пожалуйста, когда будете работать, делайте аккуратнее работу, чтобы вот вам было видно. Зашли, сделали вот так вот. Нашли серединочку. Сейчас, минуточку, я здесь поправлю, чтобы у меня не было тут никаких искривлений, искажений. Угу. И здесь вот. Вот так вот. Здесь у меня ленточка больше, чем 20 сантиметров. Я просто на ней показываю. И вот по этой линии, вот она, вот по этой линии будем сейчас прошивать. Вот, посмотрите, вот прошили. Вот прошли. Дальше. Берем вторую ленточку.
Находим вот серединочку вот эту. И прошиваем дальше. Вот что у нас получилось. Натягиваем ниточку, поправляем, обмотали несколько раз, исправили, вот здесь вот поправили, вот здесь вот все, смотрите, чтобы равномерно все здесь было у нас, и в итоге у нас должно получиться, вот, видите, закрепили. Подготовили работу. Вот это тоже готово. Этот элемент тоже готов. На том занятии мы с вами делали шаблоны. И вот сейчас нам еще, я поскольку говорила, что мы вот эту модель немножечко видоизменяем, мы сейчас сделаем следующее. Вот ленточка. Ширина этой атласной ленты у нас 2,5 сантиметра. И здесь у нас 70 сантиметров. Закрепляем. Раз. Два. Три. Четыре. Вот. Раз, два, три, четыре. Мы сделали четыре оборота. Как мы дальше делаем? Мы прошиваем вот по этой линии. Так, вот здесь, вот эту лишнюю часть, надо было сразу отрезать. Я сейчас уберу, чтобы нам это не мешало. Вот так вот. Дошли до конца. Снимаем работу с шаблона. И собираем вот такой вот. Поправляем аккуратненько опять. Расправляем вот все вот эти листочки, лепесточки. Все, после того, как расправили, закрепляем вот на изнанке, и у нас получается вот такая деталь. Значит, что у нас готово? Основа есть. Репсовая лента вот это есть. Атласная лента у нас готова. Дальше нам из фоамирана вот уже вырубка готова, она у меня есть. И сейчас нужно придумать какой-то элемент декора. Можно вот такой же, таким же кабошончиком это задекорировать. Но у меня тут появилась другая идея. Посмотрите, что можно сделать. Вот такие висюлечки. Значит, порядок
можно здесь менять. Надо попробовать несколько вариантов и остановиться на том, на который больше понравится. Значит, можно оставить вот так на красную ленточку. Вот на красную вот эту вот пойдет вот это вот. Потом идет репсовая лента и вот эта часть. И сюда тоже мы можем вот так вот приложить, приклеить. И получается довольно-таки интересно. Можно сделать по-другому. Вниз еще приложить вот такую вот основу из кружева. Можно здесь, допустим, ограничиться вот только вот этой вот частью. Мы сейчас с вами начнем собирать. Значит, мы делаем резиночку или делаем сюда, должны будем прикрепить основу вот такую и сделать заколку для волос.